В дни зимних каникул в Анапе на колеснице времени можно будет совершить путешествие в античность. Интерактивная выставка, которая откроется в археологическом музее, часть масштабного межрегионального туристического проекта «Золотое кольцо Боспорского царства». Посетители смогут примерить на себя одну из профессий древних ремесленников, сделать памятную фотографию на античной колеснице, прикоснуться к живой истории, узнать, какие величайшие достижения в области архитектуры, науки и искусства подарила миру античность. Все желающие смогут с 25 по 30 декабря и с 3 по 8 января. Музей Гаргипи находится по адресу Набережная, 4.